Сегодня я делал новый вариант. Всех приветствую, кстати. Чуть не забыл. Пульки в бокситной смоле. И пошел снова сюда проверить. Вот, кстати, последнее слово архитектуры так и лежит. Потрясающе. Это, знаете, мне напоминает квадрат Малевича. Да? Ну, тут прямоугольник какого-то другого пассажира. Надеюсь, сегодня открыто. Хотел вообще проверить еще в конце прошлого года, но, увы, было почему-то закрыто. Сейчас проверю, открыто или закрыто. Посижу немного, если, конечно, открыто. Посмотрю, что и как. Если что будет, расскажу. В общем, походил там минут 10. Даже, по-моему, чуть больше. Может, минут 12, наверное. Ничего. Все в норме. Тишина. Ни сырости, ни повышенной температуры. Ладно, будем походить немножко тут, посмотрим. Может, еще что-то произойдет. Ну, не факт, конечно. Нету у меня цели тут что-то делать сегодня. Поэтому не факт, что что-то может произойти. Будем, в общем, наблюдать. Будем смотреть, что и как. Так, что-то какие-то домики. Ага. Знакомые вроде бы. Где-то я тут что-то видел или не тут, не помню. Так, это что у нас? Мартини. Центр. Это мы все видим каждый день. Так, что тут еще интересно? Да, там, кстати, эти три мраморные фигуры. Я их как-то уже показывал. Одна однозначно искусственный мрамор, а одна непонятно. Я вот сколько на нее не присматривался, так и не понял. Такое впечатление, что она частично с натурального мрамора, а сверху там вот голова и волосы доделаны искусственным мрамором. Ну, довольно так качественно сделано, что сразу даже не поймешь, потому что там вот грудь, где там видны прожилки мраморные, а на голове, на волосах он чисто белый. Такое ощущение, что часть сделали с натурального, а потом доделали частично искусственным мрамором. Ну, довольно прикольно. Интересно, а я найду тот материал, нет? Где это была фигурка? Ладно, пойду на ту сторону, схожу, посмотрю, что там, может, новенького увижу. Где штрафы у нас выписывают. Вообще-то вот дверь была, только я не знаю, можно ли тут проходить вот в ту дверь или нельзя. Ну, я, в общем, обойду недалеко. Тут на секунду подумал, вот все-таки как много тут помещений закрытых. Вот это все вокруг и надо мной. Все это помещение, вот эти две башни, ну, в общем, много чего, куда нету входа. Сегодня у нас солнечно. Последнее время все так
пасмурно. Тучи, солнца почти не видим. А вот сегодня нормалек. Кстати, кто-то наверху, я вот не вижу вот этих таких остриё. Нету. Одни шары. Обломали или как, куда они вообще делись? Раньше что-то я даже на это внимание не обращал. Были они вообще, нет? Ну, тут, в принципе, я все показывал. Кому интересно, на плейлисте «Странная история» там есть. И вот эти подвалы все я тут облазил. Кстати, там такая кладка. Вот эти блоки все ровные. Датируются 11 веком. Там я сейчас на выходе покажу железную табличку. Ну, туда все вниз же уходит. И вот это слева Лифрауенкирхе. Постоянно у меня вопросы. Я там уже эту служительницу заколебал. Постоянно спрашиваю, а где вход в подвал? Она говорит, я не знаю никаких входов в подвал. Нету тут подвалов. А я везде вижу окна отдушенные. Там с той стороны светил. Ну, там примерно 3 метра видно, и там пола нету, земля. Это говорит о том, что там откапывать можно много чего-то. Но никому это не надо, явно. Ну, и вот с этой стороны сейчас шел. На выходе буду идти, покажу. Еще я смотрю, тоже отдушины. Ну, тут у меня такое вообще впечатление, что тут все это соединенное туда уходит. Ну ладно, это как бы уже часть другая. И тут можно сказать, вход есть. И про этот она, наверное, знает. А вот под тем зданием, где стоят вот эти башни, 4 штуки, говорит, ничего нету. То есть вот там вот. Вот. Две с этой стороны и две с той стороны. Сейчас я пойду покажу. Вот табличка. 1035-1059. 24 года строили или как? Ладно, пойдем дальше. Ну вот тут, кстати, во дворе я там ничего такого не заметил. Ну тут камни, понятно, лежат, чтобы на газон не выезжали. Ну и вот там мы видим одну отдушину. Вот одна отдушина. И немного пройдем. Ну, раза два я, как минимум, пытался от нее добиться, где вход в эти подвалы. Говорит, не знаю. Отстань от меня, что ты, говорит, пристал. Нету никаких входов. Ну, наверное, их и нету. Скорее всего, замуровано там все. Вот это никто не ищет. Вон вторая появилась. Ну, тут даже решетки нету. Можно подойти, заглянуть. Правда, у меня фонарика сегодня с собой нету. Ну вот, с той стороны, там, чуть-чуть туда правее получается, дальше. Ну, тут вырвали зачем-то. Ой, ёпарасоте, все листьями забито, нифига не видно. Все забито листьями. Ладно, на сегодня, пожалуй, все. Погулял немного. Нету сегодня никаких ощущений. Будем ждать. Дальше наблюдать. Тут решил зайти еще в собор. Шел там, смотрю. Ха, главная дверь открытая. Думаю, зайду. И там справа башня одна открытая. Ну, я туда зашел. С нее вышел. И теперь у меня ниже поля. Не знаю, на сколько сантиметров, но почему-то ниже. Ощущение холода. Как бы сказал бы, что от нее,
Все-таки смола холодная, но это ниже. Я понимаю, тут, где она прикасается, одно дело, но ниже. Сейчас пойду еще раз под башню зайду, туда, в ту комнату, посмотрю. Сейчас вот вроде как-то поменьше стало, не так сильно холодно. Однозначно литье. Даже близко-близко к песчанику ничего нету. Причем это литье было явно какое-то древнее. Ну, это я уже давно показывал, много, ладно, сегодня не об этом. Зашел еще раз в эту вот, тут с правой стороны, вот под этой башней комната открытая. Уже давно я туда заходил. В общем, шел там, то появляется вот этот холод, причем он ниже, пуля у меня где-то, ну, чуть выше солнечного сплетения, а вот этот холод именно где-то в районе солнечного сплетения. И туда я дальше ушел, там он пропал, потом обратно шел, где-то момент появилось, потом опять пропал холод. Ну, как бы не такой прям уж четко явный, но очень хорошо чувствовалось, особенно в начале. Ну, как бы женщина мне там одна тоже писала, что выпила таблетку, и у нее вот в этом районе, в районе пули появился холод. И пока таблетка действовала, она этот холод испытывала. И как только таблетка перестала действовать, холод пропал. Ну, с чем вот тут связано, пока непонятно. Ну, будем смотреть, все-таки какой-то хоть результат. Именно холод. Хорошо чувствовалось, там вообще мне ничего нету. Я еще специально даже, чтобы убедиться в этом, что, ну, как бы ниже я потрогал, где у меня именно она висит. Ну, на сантиметров 5 примерно ниже. Вот такой вот. Ну, добавлю сейчас несколько кадров там. Слипфраункирхе. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.